Вниз чел падает. Так, мне нужна дедова шога. Нашел. Там чел, я считаю, очень как бы это получить. Возможно. Они прям так шумят, они прям просят. Сэмпай! Вот тут тип на втором спрыгнул. Да, определение, конечно, не как в PUBG. Бонус за выживание. Да, здесь проще. Получен быстрый дробовик. Я пацаны завелись. Первое убийство. Бонус за выживание. И еще. Все, что ли? Бонус за убийство. У меня задержка подключения. Я просто на месте стою. В гараже был, Эрик. Ты меня сейчас полутал? Не-не-не, я посмотрел, что в тебе есть. Я одумался. Понял, что это ты лежишь, мой тиммейт, его рисают. Ну, ты был близок к тому, да, Дмитрий, чтобы... Да даже не, честно, не, да? Я даже, типа, не успел ничего подумать о том, чтобы надо что-то тянуть. Я пошел посмотреть, есть ли у него аптечки, есть ли у меня аптечки. Видишь, если бы у меня не было аптечки, у него было бы, я бы позаимствовал. Понятно. Это все. Это все гнусности, которые, ну, о которых я успел подумать.
Как вообще подбирать надо степов, я не понимаю. Тут какие-то наборы для крафта, кому? Бумаги, ручка. Нахуй нам есть это нужно? Все это подбирай. Все это тебе нужно. Можешь какая-то. Прибыл супер набор. Есть хаешка у кого-нибудь? Да. Две есть? Одна. А еще одна есть? Надо еще одну. Не знаю, что он хочет, но мне как будто не нравится то, как он это говорит. Пойдемте за мной. Нужна еще одна хаешка. У меня... А, есть хаешка одна. Есть, да, пойдем к водопаду, иди. Какая-то секретка есть? Ага. Дим, ты идешь? Твоя хаешка нужна. Сейчас, буквально вот секундочку. Да, все. Конкретно никуда, наверх, вниз. Да? Нам сюда, да. Кидай, я вот сюда под забор. Бабосики. И вторую вот сюда, вот под камни. Капсулу, кстати, выкладываю синюю. Мне не нужна. Прикольно. Чел? Бонус за выживание. Получена ударная светошумовая граната. Как туда залетел. Бонус за убийство. Метелепорт. Метелепорт. Ну хорош, прожор, парни, метелепорт. Красава, бля, я и ну. Хороший. Эник, у тебя подкат есть? Да. А перекат? Кувырок. Есть кувырок и подкат? Не, у меня кувырок. Бонус за выживание. Ну, когда будет, это и то скажешь. Так, кстати, кувырок. Смотри. Ну, типа, мужики, идти бежит. Дядь, после кувырка тебе дают экстра хп, поэтому в файтах тебе надо это юзать. Один с шотом. Еще один с шотом. Они здесь. По каске.
Ок? Да. Добил твой ног. Там еще тип в темп выбегает. Показки ему дал, Дим. И один за домом у тебя. Да, я алкаш, пошел на файт с неперезаряженным дробашом. Ебать, легендарный ППШ, легендарный юмп. Учила. Нормально ему? Ему хорошо. Бы больше 4. Я еще не убил, здесь таким не хвастается. А тебе его хватит. Бонус за выживание. Здесь таким не хвастается. Получена модификация SP-686. Здесь чел? Паленый. Он меня всем крашнул. А, я обалдеть, его реально крашнуло прямо сейчас. Тебе нельзя нокаться, блять. И я нокнулся. Подо мной, Макич. От этого угла пушат, от этого угла пушат тебя. Вот он. Второй за камнем. Бонус за убийство. Надешит тебя в упоре. Хорош. Еп. Что? Ты что? Видел? Ты видел? Ты запрыгнул быстро как-то, да? Я вообще молниеносно наверху оказался. С прыжка. Это какой-то баг. Я какой-то баг, походу, нашел. Я ушел винду поставить, короче, новую. Сори, мужики. Поиграем с вами завтра, надеюсь. Я опять так сделал. Ладенек. Жаль, что так. Не баг, а фича получается. Получается не баг, а фича. Тебе надо аптеки? У меня 7. Сейчас будет 6. В принципе, норм. У тебя очень много? Возьми одну большую. Да. Ну... По патронам у меня что-то семерки не просели. У меня 0 семерок. Понял. Ты есть на дев батончика? На что? На дев, да. Да, да. Дашь? На 3 штуки. Ты могу на атаку дать 3. У меня есть на атаку 2, я в основном дев юзаю. Вот если бы у меня не было дефа, я бы сейчас с ним выжил. Видишь, да, типов?
Здесь. Ой, блядь. Направо, направо кто-то бежит. Я бы налево пробегал, назад. Они на нас бегут, кстати. Там снайпер где-то работал. Да, вот там из окна снайпер работал. Не, больно дает. Давай в зону пройдем через налево как-то. Блять. У меня ноль армора. Разбил меня, сука. А, я все патроны потратил, блять. Инженес на Макатаве. Надо проходить назад. Да, надо. Я пошел к ним на крышу. Прикроешь? Они отошли. Они отошли в ту сторону. А, да? А, да. Кек. Ну, чел на дробовике просто, как бы... Неадекватная херня, типа, дробовукеров надо резать.